Неоплаченные долги и игнорирование судебных решений часто приводят к печальным последствиям. Так, на днях судебные приставы изъяли у жительницы города мебель и бытовую технику на общую сумму почти 90 тысяч рублей. Поводом для таких мер стали долги, накопившиеся на счету жительницы города. Это невыплаты по займу и задолженности по страховым взносам и госпошлине. Общая сумма долга составила более 175 тысяч рублей. Судебные приставы наложили арест на имущество, которое используется в одном из салонов красоты города Чебоксары. А женщине представили 10 дней, чтобы погасить всю задолженность в полном объеме. В противном случае имущество выставят на торги.